плавают как рыбки. И это несмотря на то, что у этих ребят есть серьезный недуг – сколиоз, то есть искривление позвоночника. И именно во время плавания идет активный процесс исправления осанки. Задействуются практически все суставы, укрепляются мышцы спины, которые поддерживают позвоночник в нормальном состоянии. Формируется правильное дыхание, что очень важно в целом для обмена веществ в организме. Именно на этом акцентирует внимание тренер, проводя водный инструктаж для ребят. Мы проводим комплексную программу. Уроки ЛФК, физической реабилитации у нас проходят в школе санаторной интернате. А здесь мы проводим уроки лечебного плавания. Два раза в неделю дети посещают уроки. Основной стиль плавания при скелетической болезни – это брас с активным натяжением позвоночника. Потому что именно во время скольжения позвоночника диски вытягиваются, укрепляются. Сколиоз, как самостоятельное заболевание, занимает ведущее место в детской ортопедии. Его первые признаки проявляются уже в раннем возрасте. И очень важно не упустить период полового созревания, так как именно в это время недуг прогрессирует. Но списывать со счетов сколиоз у детей младшего школьного возраста не стоит. Важно на всем протяжении учебы и оздоровления в Брестской санаторной школе-интернате не прекращать комплексное лечение и давать специальную нагрузку мышцам спины в виде гимнастических упражнений и занятий на тренажерах. Одно из занятий по физической реабилитации в течение недели в нашей школе проходит в тренажерном зале. Здесь мы занимаемся по системе круговой тренировки. Каждый учащийся выполняет упражнения на определенном тренажере, на какой-то станции. Станции и тренажеры направлены на развитие силовой выносливости мышц туловища, на укрепление тех мышечных групп, которые необходимы для детей со сколиозом. Виолетта и Ксения уже не первый год обучаются, проходят курс лечения в стенах Брестской санаторной школы-интерната. Ведь у обеих диагноз сколиоз. Только в этом учреждении без отрыва от учебного процесса они могут проходить комплекс оздоровительных мероприятий. Немаловажно и то, что за время, проведенное здесь, девочки успели привыкнуть к необходимой физической нагрузке, без которой невозможно добиться положительной динамики в исправлении сколиоза. Я здесь вообще учусь уже с 4 класса по 7 и всегда с удовольствием сюда прихожу. Потому что здесь, правда, очень хорошие учителя. С ними можно поговорить не только об учебе, также вот о своих каких-то проблемах, переживаниях. И поделиться с ними, они всегда поддержат. И мы здесь всегда есть вот результат в ЛФК. Можно добиться чего хочешь. Всегда поддержат по ЛФК и скажут, что надо делать, что не надо. Также есть процедуры. У нас здесь даже учителя приходят на урок и сразу вот, например, математика, у нас контроль осанки, мы сразу становимся и сразу расправляем плечи. И когда мы сидим на уроке, нас тоже контролируют, чтобы все было как бы. Все равно забываешь, как бы, чтобы все было хорошо. На общее оздоровление и укрепление организма ребенка в целом направлены все процедуры. Но основной упор в санаторной школе делается на устранение искривлений позвоночника. Дети делятся здесь на две группы по степени заболевания. При серьезных деформациях ученики постоянно носят специальный корсет. Для остальных учебный процесс проходит на специальных ортопедических кушетках. Наша школа – единственное учреждение в Брестской области, которое занимается проблемами сколиотической деформации позвоночника, в том числе из медицинских позиций, потому что у нас заключен договор на медицинское обслуживание с первой детской поликлиникой города Бреста. Вот, поэтому с медиками мы работаем в плотном контакте. И в то же время у нас организован образовательный процесс таким образом, что дети не только учатся, но и оздоравливаются и лечатся. Главный упор мы здесь делаем на физическую реабилитацию. Еженедельно проходит занятие у нас по физической реабилитации, это 3 раза в неделю, 2 раза лечебное плавание
и адаптивная физкультура. Положительная динамика течения заболевания в санаторной школе достигается более чем в 90% случаев. Но такой высокий показатель возможен только благодаря комплексному сочетанию всех видов разумно распределенной физической нагрузки на организм ребенка, правильного режима дня и питания. Сколиоз, как и любая другая болезнь, лучше поддается лечению на ранних стадиях. Помните, что очень важно быть внимательными к здоровью своего ребенка и как можно раньше заметить возможные симптомы недуга. К сожалению, иногда мы не всегда обращаем на это внимание, но впоследствии проходят годы, и у наших детей оказываются различные заболевания, в том числе и деформация позвоночника, заболевания, допустим, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов. Поэтому это все взаимосвязано, и на сегодня позвоночник является основным органом в нашем организме, будем говорить так. Лечебная физкультура, занятия на тренажерах, плавание и комплекс медицинских процедур позволяют добиться действительно хороших результатов в исправлении деформации позвоночника. Однако все мы знаем самый ценный совет врача – лучше не лечить, а предупредить.